Нет, все, я не знаю, что записывать. Все, идей нет, все. Все, забрасываю канал снова на 2 месяца. Нет, на самом деле я не собираюсь забрасывать канал на 2 месяца, но я действительно не знаю, что мне записывать. У меня нет идей для контента. А ФНАФ я не смогу записывать всегда, потому что вы сами понимаете. Во-первых, я уже почти все от этих ФНАФов прошел. Все, что можно, уже записал. Там буквально парочку видосов мне осталось выложить, и все. ФНАФ будет выжат на 100%. Мне уже просто нечего будет заливать, а ремиксы по аниматроникам из ICN я не смогу выкладывать постоянно. У меня уже нет идей. Поэтому такие вот дела. А что мне записать бы такого, что вам бы понравилось? Что вы будете смотреть? Я не знаю. Пишите в комментариях, если у вас есть какие-нибудь идеи для того, чтобы записать какую игру, или там видос на какую тему, что-нибудь такое, да хоть разговор на видос элементарно. Я это замучу, потому что у меня в данный момент идей абсолютно нет, а выкладывать то, что как бы никому не будет интересно, я не хочу, вы сами понимаете. У нас на канале наконец 4000 подписчиков, мы поднимались с 3000 до 4 около 2 лет. Вау. Вау. 2 года, чтобы подняться на 1000 подписчиков. Учитывая, что с 1000 до 2 я поднимался 1.5 года. Окей. Ну, я как бы понимаю, что я постоянно менял тематику на канале, туда-сюда прыгал-бегал, поэтому все отписывались, какая-то часть подписывалась, и получилось вот так вот. Опять же, это из-за того, что я чисто не знаю, что мне записывать, на чем мне сфокусироваться на канале. То есть, какой точно контент мне мутить, ибо есть ФНАФ, я в него играю. Я решил записать видосы, попроходить вот эти вот всякие сложные челленджи. Собственно, этим занялся. Появилась у меня идея сделать ремикс на Rockstar Freddy. Я его замутил. Почти 8000 просмотров. Потом решил замутить дальше ремиксы. Но что-то по просмотрам они... Ну так себе. И на самом деле это меня немного расстроило, потому что я не понимаю даже, что вы хотите увидеть. Ибо когда я замутил ремикс на Rockstar Freddy, я увидел, что просмотров много, я подумал, вот, может быть, вам нужны ремиксы. Я начал мутить ремиксы, и, собственно, это не тот результат, который я ожидал. Поэтому я запутался. Что вы хотели бы видеть на канале? Пишите в комментариях, и я это буду мутить. Все, надеюсь на ваши комментарии. Это все, по сути, что я хотел у вас спросить, что вам сказать. Поэтому всем удачи и всем пока.